Привет! С вами Ресиночки! Сегодня мы плетем вот такого миленького крокодила из серии пучеглазиков. Чтобы сделать крокодила, я собрала 3 станка вот в такую форму. Одеваем резинки в таком порядке. По 2. Наматываем черную резинку на крючок. Берем 2 зеленых, перетягиваем черную на них. Это глаз. Одеваем. Продолжаем одевать резинки и делаем второй глаз. Хочу напомнить, что все это время мы одеваем по 2 резинки. Голова готова. Делаем шею. Тоже 2 резинки. И туловище. Оно будет подлиннее. Тело мы заканчиваем и делаем хвост. У меня хвост получился длинный, вы можете сделать его покороче. Делаем лапы. В этот раз берем по 4 резинки. Скручиваем резинку в 2 раза, одеваем ее вот сюда. Теперь берем одну резинку и просто натягиваем ее сразу на 4 столбика. Еще 2 скрученные резинки мы одеваем в область шеи. И 3 на голову. Скручиваем резинку в 2 раза и одеваем ее на последний столбик. Начинаем плетение. С хвоста. Плетем туловище.
Один ряд готов. Переходим ко второму. Закончили второй ряд, приступаем к третьему. Доплели третий ряд, начинаем четвертый ряд. Ура, туловище мы доплели. Теперь плетем шею. Будьте осторожны, резинки легко порвутся. Ну вот, наконец, и голова. Снова плетем сначала край ниля. Затем середину. Будьте осторожны на глазике. И крайний ряд. Все, плетение завершено. Снимаем нашу работу. Оставляем последние два столбика. Двумя резинками завязываем нос нашего крокодила. И снимаем окончательно. Если мордочка получилась толстовата, можно ее утянуть. Для этого протянем резинку в основании мордочки и завяжем. После того, как я обрезала все завязывающие резинки, у меня получился вот такой милашка. Я решила добавить ему гребень. Другие наши работы вы можете посмотреть, нажав на картинки. Пока!